Привет! Вы на канале Consta Kids. Сегодня мы будем красить ногти Юли. Вот. Вот. Ногти. Ручки положи вот так. Вот. Мы сейчас будем красить ногти Юли. Один пальчик. Второй пальчик. Давай, положи вот так прямо. Вот. Ой. Да, и вот этот. Теперь вот так делай. Вот. Вот. Эту руку тоже положи. Эту руку тоже так положи. И вот большой пальчик тоже давай покрасим. Вот этот большой пальчик не покрасили. Давай. Вот. Теперь, Юля, смотри. Вот так делай. Делай. Дуй пальчики. Пальчики дуй, чтобы высохло. Дуй, давай. Делай. Юля теперь у нас самая модная, да? Хочешь сама попробовать покрасить? На, держи. Ай. Держи вот этот крошечку. Юля, теперь сам. Ой, прольешь сейчас. Ну, какая Юля модная. Сама ногти красит. Ой, ой, какая модняшка. Ой, капаешь. Не капай. Ой, и руку надо, да, покрасить? Да? Ой, ой, так вот не делай. Давай теперь, Юля, вот так пальчики дуй, чтобы быстрее высохли, да. Давай еще губки покрасим. Губки будешь красить? На, открывай помаду свою. И крась. Вот. Волосы будешь расчесывать? Давай куколки волосы расчешем. Парикмахерская, да, теперь? Вот, волосы расчесываем куколки. А себе будешь расчесывать волосы? Не надо, да? У тебя и так уже прическа модная. Еще хочешь ногти покрасить? Открыть? Ну, придется потом всю руку нам стереть. Придется нам всю руку. Давай, суй аккуратно. Ой, все, весь палец надо мазать, да? Нет, весь палец не надо мазать. Только ногти крась. Ногти только крась. Все, хватит. Давай, все, покрасили. Все, все. Теперь все. Вот дуй, Юр, пальчики свои. Пальчики дуй, делай. Все хочешь. Еще хочешь? О, здрасте. Давай другую руку теперь, на. Вот эту руку покрась теперь. Да. Ну, сейчас все будет. У нас Юля в лаке. Хватит? Нет. Может, хватит? Все. Все, давай, хватит. Все. Закроем хорошенечко. Дуй теперь. Делай. Пальчики-то дуй. Мне. А давай куколки губки покрасим. Покрась. Ой. Вот.
пупсику тоже, вон пупсик. Пупсику тоже покрась. Ой, какой модный, да? Пупсик. И куколка тоже. И волосы расчешу. А, еще себе надо, да, покрасить? Все? Все. Давай теперь скажи пока-пока. Юля, пока-пока. Пока-пока. Подписывайся на канал. Николай, пока-пока. Пока-пока.